Доброго времени. Вот, Виктор, ваш вездеход готов. Сегодня проходили испытания. Завтра второй день. Покатаем, посмотрим. В принципе, сегодня уже все порадовало. Все узлы, агрегаты работают, как положено. Давайте по комплектации. То, что вы просили. Что мы сделали. Мотор 20 лошадей Лончин. Вместо Лифана я установил его по простой причине. Он работает мягче, ровнее, поприятней. Тяговая, в принципе, такая же. Просто по ощущениям он намного приятнее работает. Также установлен вариатор. В стандартной комплектации у нас тормозные. Тормозной суппорт, барабан на переднем кардане. Вот такая вот электроподготовка сделана. Выведен мама-папа разъемы для лебедки. Вот они, передний квадрат под лебедку. Сюда она устанавливается, здесь фиксируется. Провели испытания лебедки. Тоже отлично работает, классно показала себя. Выхлоп уши выведено на улицу через мягкую гофру. Выхлопная сделана, вот такой приварена сантехническая резьба под шланг. Наверните для накачки колес. Так, освещение, фары такие вот, отлично светят ночью. Пойдемте дальше. Дальше. Колеса бескамерные. Урал Лапоть и ДП-284. Такой рисунок интересный. Вот. Мосты. Мосты установлены ВАЗ-2103. Троечная пара. Спереди, что сзади. Установлены самоблоки. В оба моста сделаны. Гребут отлично. Дальше у нас. Дальше водительское место. Здесь электроусилитель Renault Megane 2 установлен. Это ключ запуска двигателя. Вот это непосредственно смотка, размотка лебедки. Вот это блок от лебедки. Рулевая колонка регулируемая по наклону вперед-назад. Установлена масса дополнительно. Маслу желательно выключать. Не надо ее оставлять включенным, потому как у вас установлен вот такой вот блок кнопок. Вот это электроусилитель первое. Вот это освещение. Фары передние. Этот клавиша свободная. В будущем что-нибудь там сами себе поставите. Будет возможность подключить. Здесь вот такой разъем под гаджеты. Есть вот такой разъем прикуриватель. Тоже можно что-нибудь подключить. Затем аккумулятор выведен под сидушку. Сделан таким вот образом. Здесь вот такая гофра. Это такая гофра нужна для чего? В ней идут провода. Провода под подключение лебедки сзади. В ней же идет провод на фонарь заднего хода. Вот так. Установлены расширители. Вот такие мягкие, резиновые. Отлично. Задняя часть кузова. Вот она. Глазок. Светит. Светит отлично. Задняя дверка, вот такая подножка для удобства сбирания. Потом рундук в полу выполню таким вот образом. Так вот открываем, вот такая вот интересная ниша. Объем здесь примерно литров 100, наверное. Такой приличный багажничек. Много чего загрузить можно.
Здесь сделаны вот такие рундуки, установлены для всяких ништяков, мелочей. Со второй стороны такая же ситуация. Здесь идут выведены вот такие провода. Это тоже мама-папа под лебедку. Я думаю, вот так вот делать никто не будет соединять. Так, с лебедкой не перепутайте. Там тоже мама-папа сделаны таким вот образом. Но опять же, даже если кто-то и сделает, все равно пока не нажмете кнопку, напряжение в провода не пойдет. Сделаем вот такой стол, как вы и просили. Вот такой вот стол. Такая ножка. Вот так вот. Вот так все это дело выглядит. Плясать на нем, конечно, я не рекомендую. Но неплохо посидеть, покушать, даже выпить можно. Думаю, даже иногда и нужно. Так, закрывается он. Вот такая застежечка есть, на пружинке стоит. Возвратная пружинка. Руку засунули, отдавили флажок, крышка поднялась. Отпустили, она вернулась обратно. Все делается элементарно и просто. Вот так вот. Все, зафиксировано. Вот такой получился вездеходик. Установил вам дополнительно ручку. Тоже моя инициатива. Кстати, удобно держаться за нее, там где-то приподняться. Можно постоять. Полочка сделана. Да, еще вот забыл, что вам показать. Вы же вот это еще просили сделать. Вот я собрал. Сделал вот такой вот рундучок вам. Вот такая вот интересная штука здесь. Здесь находится документация. Это бумага от лебедки, паспорт. Это у нас самоблок автоспринт. Это второй самоблок, тоже автоспринт, с одинаковым преднатягом. Это документы на аккумулятор сделаны. Это пульт на лебедку. Как бы, что можно пользоваться и той кнопочкой, можно пользоваться вот этим пультом. Сматывание, разматывание. Вот удобно. Сегодня протестили, проверили, все работает. Отлично все. Как-то так вот. Ну все, завтра второй день испытаний. Если что-то где-то и вылезет, думаю, устраню быстро. Так что смотрите, как будет время, выезжайте, забирайте. Надеюсь, ближе к выходным или в выходные уже 100% вездеход будет готов к отправке. Все, счастливо.